Доброе время суток, снимаю видеообзор на Honor 50 Lite. Телефон в отличном состоянии, на экране царапин, ни сколов, ничего нету. Задняя крышка также у телефона в отличном состоянии, без сколов, без царапин. Грани целые, единственный дефект по корпусу, где зарядный разъем, имеются следы от зарядки. Так, состояние идеал. Давайте покажу работоспособность. На экране выгорания нету. Настроен Face ID на мое лицо. Телефон разблокируется. Как видите. Давайте проверим также отпечаток пальца. Отпечаток пальца работает так же, как и Face ID. Скайпинг. На экране выгорания нету, также битых пикселей нету. Экран в отличном состоянии. Honor аккаунта вышли из Honor аккаунта. Wi-Fi сети телефон ищет, подключается. Bluetooth сети также ищет. Bluetooth Wi-Fi исправный. Динамик. Динамик в отличном состоянии. Не хрипит, не шипит, громкий. Honor 50, 128 встроенной памяти и 8 оперативной. Камеру давайте продемонстрирую. Фронтальная камера работает. Основная камера также работает во всех режимах. Пятен никаких нету. Работает отлично. Максимальную яркость давайте поставим. 65 батареи. Вставили симку, 4G, все сети. Давайте проверим связь. Здравствуйте, Максим Сергеевич. Верхний динамик. Это Сбербанк. Я ваш виртуальный ассистент Афина. Мы установили подозрительный перевод в Сбербанк онлайн на сумму 3000 рублей 0 копеек. Вам могли звонить от имени полиции, банка или иных структур. Оператор. Это мошенники. Не действуйте по их инструкции, не подтверждайте операцию, не оформляйте кредиты и не переводите никому деньги. Есть ли у вас минута, чтобы подтвердить перевод или отказаться от него? Нету. Скажите да или нет. Нет. Чем еще могу вам помочь? Оператор. Я поняла, что вам нужен оператор. Открытие. Пробить максимум, насколько можно открыть. Микрофон работает. Давайте ставлю зарядку. Вообще, я хорошо, я понял. А так договоры. Насколько можно оформлять? Вообще. Зарядку ставим. Что? Быстро. Поддерживает быструю зарядку. Спасибо за просмотр. Хороших покупок будут. Еще вопросы снимем где под дополнительный видеообзор. Спасибо за просмотр. Хороших покупок.